Правильно, резко. Да, мы уже положили все. Мусор на плацу. Все. Ура! Ура! Бум. Бум, бум. Что там еще? Ух. Выйди из машины, я сказал. Угу, бандитская морда. Здесь ничем подозрительного почему-то нет. В прошлый раз арест этого дяденьки был незаконный. А вот это что такое? Что это значит? Как у них здесь все сложно.
Ничего здесь не понимаю. Ничего это значит. А, разобрать что-то надо. А что разобрать? Она мне подсказывает стрелочка. Сейчас мы его арестуем, и будет незаконный арест. А почему незаконный, если у него потерянные документы? Или это не наша забота? Документы поддельные. Незаконный арест. На каком основании? Его всего лишь... О! Всего лишь поддельные документы. А мы его арестовали. Непонятно. Убрать машинку. Убрали. Здесь у всех теперь забирается арест.
какие-то транспортные средства. Ой, ну уже, ой. Ой, люто. Ой. Что, охренел, что ли? Убежал. Странная логика. Упустили преступника, и поэтому надо спать. Война войной, а обед по расписанию. Надо было его топором убить, но они бы еще оштрафовали. На каком основании вы преступника топором? Больше вроде бы из нашей, а не больше. Нам еще один топор. Может, эти? Эти, может. Конфискат. Может, конфискат надо сюда сложить. Там.
там легкий живот. О, жизнь бурлит. Повезем их куда-нибудь. Там. Ничего. Полис. Полис или сразу на кладбище. Ничего. А, о, каменоломный. Здесь побег будет, наверное. Нужно поехать в другую сторону. Объезд. Map.
на где у кого дерево обрушено, готовился побег, напали бы на нас и преступников освободили, скорее всего. Мы сами покупать пистолетики. Ну ничего себе.
Машинку нельзя убрать. Ремонт машины тоже за наш счет, естественно. Там даже мастерская, наверное, есть. Ой. О, в центре шестеренка. Наверное, там машину можно отремонтировать. Из машины немедленно. Где тут у нас топорик? Так. $500 штраф. Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наше. Всего лишь на 500 денежек оштрафовали. За убийство вилами. Ну ладно.